добрый день. Это видеоотчет, видеорепортаж, видеоотзыв для Сергея Геннадьева, с которым у меня в субботу был очень замечательный сеанс гипнотерапии. Пришла я к Сергею с очень давней болью, которая много-много лет жила у меня в груди. Хорошо жила, в смысле, долго жила, никому не мешала, это как бы мне мешало, но ей было очень комфортно. И пообщавшись с Сергеем и вытащив всех этих чертиков, всех этих сущностей, все, что жило там в груди, даже не могу описать, кто и что, и как они туда попали благодаря Сергею, я сегодня могу сказать, что сегодня четвертый день. Эти сущности покинули меня, мы с ними попрощались, отправили, телепортировали наверх, чтобы они занялись более добрыми вещами. Могу сказать, что это магический сеанс избавления вот этой боли, которая здесь годами, слоями, месяцами, днями сидела. Сергей, тебе... большое спасибо от меня, от Парижа и от Сены, потому что я могу сегодня улыбаться и наслаждаться красотой страны, куда я приехала. Поверь мне, у тебя великое будущее. Ты целитель, наверное, давно целитель, ты просто, наверное, этого не знаешь. А сейчас, приобретя вот эту профессию гипнотерапевта, ты помог мне, значит, ты будешь помогать очень многим людям. И это очень нужно, потому что такие люди, как ты, нужны. Я еще пока только седьмой день в этом чистилище, грубо говоря, даже и не знаю. Но сейчас уже, побыв на этой проработке, я поняла, что только очистив себя, избавившись от этих всех блоков, ты можешь помочь другим людям. Но в первую очередь ты должен помочь себе. И помог ты мне. Самое главное. Вот. Большое спасибо тебе, Сергей Джан. Еще раз. Пусть у тебя столько клиентов. Они будут. Они и в очередь, и в окошко, и в трубу, и в дымоход к тебе будут залезать, записаться, чтобы ты им помог. И я знаю, что ты нужен этим людям. Большое тебе человеческое спасибо. Благодарю. Еще раз привет из Парижа. И удачи тебе во всем. Всем-всем, у кого есть боли, у кого есть страхи, обида, все, что внутри у вас накопилось, не знаете, куда идти, идите к Сергею. Он вас вылечит. И вы будете жить и дышать.